Честь часто проповедовам. И знаете, сегодня проповедую на такую тему. И днеска ще проповедвам на такава тема. Которая у меня появились размышления после просмотра недавних открытий Олимпийских игр. Върху която размислях след скорошното откриване на Олимпиадата. Я думаю, все уже видели эти кадры. Мисля, че всички са виждали тези кадри. Реакцию людей. Реакцията на хората. Как организаторы высмеяли тайную вечерю. Как организаторите се изсмяха върху тайната вечеря. И знаете, что меня больше всего поразило? И знаете ли какво най-много ме порази? Что это все показали на десятки миллионов людей. Че всичко това показаха за десятки миллионы хора. И организаторы, казалось бы, представители толерантного общества. И организаторите сякаш са представители на толерантното общество. Где призывается уважать других. Където се призывава да се уважаваш, да уважаваш другите. Любить окружающих. Да обичаш обкръжаващите. Никак не проявлять агрессию. По никакъв начин да не проявяваш агресия. Но почему-то. Но по някаква причина. В адрес христиан. В адрес на християните. Это общество позволяет себе проявлять неуважение. Това общество си позволява неуважение. Вот представьте, если какой-нибудь человек вот на такую же многомиллионную публику. Представьте себе някакъв човек също така върху многомиллионната публика. Вышел бы и оскорблял бы какую-то из течений человеческих там. Би излязал и би казвал лоши неща за различни течения. Его бы сразу бы захейтили, закитали бы камнями. Веднага щяха да го намразят и да хвърлят камъни по него. А почему-то в адрес христиан это позволительно. А по някаква причина в адрес на християните това е позволително. Вообще в последнее время через телевидение. Въобще през последното време по телевизията. И прочие шоу очень любят издеваться над Христом и над христианами. Различные шоу обичат да се подиграват над Христос и християни. И при этом пропагандировать разные бесовские вещи. И при това да пропагандират различни бесовски неща. Можно первое видео включить? Може ли първо видео да пуснем? Это Евровидение 24 года. Това е Евровидение на 2024 година. Это все транслировалось также на многомиллионную публику. Това също се е транслирало на многомиллионна публика. Представительница Ирландии. Представителница на Ирландия. И она еще заняла шестое место. И тя е заела шесто място. И знаете, это все встречалось громкими овациями. И знаете ли, всичко това беше посрещнато с шумни пляскания. Комплиментами. Комплименти. Как это все смело. Как е смело. Как интересно. Колко е интересно. А кто-то наверняка видел ее выступление. Может быть, някой е видял нейното представление? Это прям оккультные вещи на сцене происходили. Свършвали са се оккултни неща на сцената. И знаете, вот Павел писал в послании от Римлянам. И знаете ли, Павел написал в посланието към Римляни? В первой главе, 25 стих. Първа глава, 25 стих. На проектора видите перевод. На проектора виждате превод. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. И действительно, в последнее время. И действительно, през последните времена. Через телевидение, интернет, через телевизията, интернет, социални мрежи. Будьте здоровы. Идет подмена понятий. Идва смяна на понятията. Действительно, ложь предоставляется как правда. Действительно, ложь тя се предоставил като истина. И я задумался. И я се замислих. А кто же наш кумир? А кой е нашият? С кого мы берем пример? Лидер, от кого взимаме пример? Кого слушаем? Кого слушаме? Кому верим? На кого вярваме? У каждого из нас есть свои интересы, увлечения. Всеки един от нас има свои интереси, с това, което се занимава. Мы смотрим и слушаем разные вещи. Гледаме и слушаме различни неща. Но задумываемся ли мы, полезно ли это нам или нет? Но замислили ли сме се, дали е полезно за нас или не? Вот я обожаю футбол. Аз много обичам футбол. И знаете, вот очень много примеров. И много примери има. О том, как известные футболисты. За това, как известните футболисти. Прославляют Бога.
прославят Бог. Можно следующую фотографию? Можно ли следующая снимка? Вот это футболист Неймар. Това е футболист? Неймар. Неймар. Бразильский футболист? Бразильский футболист. Это 2015 год. Това е 2015 година. Его команда выиграла один из самых главных футбольных трофеев. Неговия отбор е спечелил един от най-големите трофеи в футбола. И он вышел вот с такой повязкой. И той излязъл с такова... като надпис. 100% Иисус. Там пише 100% Иисус. Но можно следующее видео, что транслировали западные СМИ? Може ли следващото видео, какво са транслирали западните СМИ? Надпись замазали. Надписа го няма. И если вы действительно пороетесь в интернете, и ако действително потърсите в интернет, видео или фото с надписью, видеята или снимки с надписа, есть только любительские или фотографов профессиональных. Телевидение западное все замазало. Има или само от зрителите, или от профессионални фотографии. А это... Телевизията ги е замазала всичките. Это 2015 год, данный футболист на пике своей популярности. Това е 2015 година, този футболист е на върха на своята известност. Миллионы парней и девчонок берут миллионы с него пример. Миллионы мальчиков и момичета взимают пример от него. А это финал Лиги чемпионов, где смотрят десятки миллионов людей. А това е финал на Лигата на чемпионите, която гледат десятки хиляди хора. И подобная евангелизация не нравится дьяволу. И подобная евангелизация не харесва на дьявола. Поэтому люди, которые его слушают, замазывают это. Затова хората, които го слушат, те прикриват тези надписи. Потом другой пример, можно следующее видео. Следващ пример. Это футболисты испанского клуба. Това са футболистите на испанския клуб. Атлетик Бильбао. А това е името? Весьма особенный клуб. Много особен клуб. В наших реалиях. В нашите реалии. Политика этого клуба. Политика на този клуб. Что за них играют только их воспитанники. Че там играют само техните воспитаници. Или люди родом из региона испанского Басконии. Или хората от региона испанския Басконии. Для современного футбола это нонсенс, потому что покупают игроков из разных стран, чтобы становиться лучше. За современния футбол това е нещо странно, че сега за всички отбори купуват от различни държави. Но они на протяжении около 100 лет играют по этим правилам. Но те в продължение на 100 години играют по тези правила. И тут вся команда. И тук целият отбор. Перед финалом кубка. Пред финала на... Читают Отче наш. Чемпионата чете Отче наш. И знаете, они выиграли этот финал. И знаете ли, те са спечелили този финал? А для слава них это очень большое чудо, потому что в современном футболе тяжело конкурировать со своими воспитанниками. Защото в современния футбол е тежко да конкурираш со своите... Содружници. Но как думаете, транслировали ли это по телевидению? Но мислите ли, дали са го транслировали по телевизията? Нет. Не. Зато транслировали мотивационную речь тренера противоположной команды. Но са пуснали мотивационната речь на капитана на другата, на другия отбор. Как он пытался в перерыве подбодрить ребят, чтобы они выиграли. Как той се опитвал в почивката да мотивира своите момчета да спечелят. Но не получилось. Но не се е получило. Мотивация не сработала. Мотивацията не е проработила. И подобных примеров огромное количество. И подобни примери са огромно количество. Когда умышленно скрывают речь о Христе. Когато умишлено прикриват говоренето за Христос. И при этом берут и пропагандируют дьявола. И при това взимат и пропагандират дьявола. И ставят людям и слагат на хората ложное понятие свободы. Ложното понятие на свобода. Выдавая это за действительно реальную свободу. Казвайки, че е реална свобода. Но на самом деле ставят людей в большую ловушку. Но наистина слагайки хората в една, в един капан. Давайте откроем второе послание Коринфянам. Да отворим второе послание към Коринтяни. 11 глава. 11 глава. 14-15 стих. 14-15 стих. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. Потому невеликое дело, если служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их. Мы видим действительно, не виждаме действително, как в современном нашем мире, как в нашем современном свят, все больше ложь,
Все повече лъжта выдают за правду. Я издавал как истина. И мы видим, что тут написано. И не видим, как его пишет тук. Что дьявол иногда преподносит себя как ангел света. Понякога се преподнася като ангел на света. Знаете, я вчера был светлината. Хоть и чуть-чуть на сборе бизнес-клуба, который Юлия с Владом организовывали. Вчера за малко бях на бизнес-клуб, който Влад и Юлия организират. У меня было буквально 2 минуты имах представиться перед людьми. Да се представя пред хората. И знаете, после уже встречи ко мне подошла одна женщина. И знаете ли, след срещата при мен идва една жена. Поделилась со мной, что у нее есть сын. Споделила, че има син. Которому 21 год. Който е на 21 година. До 17 лет он был спортсменом, учился хорошо, все хорошо. До 17 годишната възраст той учил, спортувал, всичко беше добре. Но потом у него появилась компания. Но после му се и появила компания. Которая отдалила его от спорта. Която го е отдалечила от спорта. Они вместе начали употреблять алкоголь, наркотики. Заедно започнаха да употребяват алкохол, наркотици. И она говорит, и сейчас я не могу гордиться своим сыном. И тя казва, аз вече не мога да се гордея със своя син. Потому что у него в голове. Защото той в своята глава. Только тусовки. Има само партията. Что он может взять кредит. Че той може да вземе кредит. Уехать отдыхать. Да замине на почивка. А возвращение денег оставляет на плечи родителей. А връщането на парите оставя върху родителите. И знаете, вот я с ней поговорил. И знаете ли, аз говорих с тази жена. И в конце она вот сказала такую вещь очень интересную, которая коснулась моего сердца. И в края тя казала много интересной мисли, която я докоснула сърцето ми. Она говорит, знаете, что я поняла? Тя казва, знаете ли какво аз разбрах? Что когда я в 13 лет по воскресенье его начала водить разные парки, озера, прогулки. Когато е бил на 13 години и аз го водих на различните разходки в парка, езерата. Мне надо было вести его в церковь. Трябваше да го води в църквата. Потому что, говорит, сейчас защото, то, что мы считали действительно свободой. Защото това, което сме считали за свобода. Оказалось очень большой ловушкой. Се оказа един много голям капан. И по истечению вот времени. И сега, минавайки с времето, говорит, я начала это понимать. Тя казва, аз започнах да разбирам. И вот она пыталась как-то обменяться контактами, чтобы сын, когда приезжает в Болгарию, общался с нами. И тя се опитала да обменим контактите, че сина и да идва при нас, когато е в България. И вот вчера я задумался. И вчера се замислих. А ведь действительно, наистина, сколько вокруг людей, да и мы сами в целом, колко хора наоколо и ние като тяло, зачастую верим в то, често вярваме в това, что не является правдой, което не се явява истина. Мы кого-то послушали, някой го слушаме, этот человек в нашем понимании является авторитетным источником, този човек в нашето разбиране се явява авторитетен източник, и в нашей голове это осталось правдой. И в нашата глава това е останало истина. Но проверяли ли мы это? Но дали сме го проверявали? Подтверждали ли мы слова этого человека? Потвърждавали ли сме думите на тези хора? И я понял, что насколько очень важно. И аз разбрах колко е важно. Фильтровать. Да фильтруваш. То, что мы слушаем. Това, което слушаме. Кого мы слушаем. Кого слушаме. И что самое главное проверять. И най-важното е да проверяваш. Знаете, вот сейчас очень модные есть течения разные. Знаете ли, в днешното время много модни течения. Разных практик. На различные практики. Духовных. Духовни. Там йог. Йога. И прочие вещи. И другие неща. В целом, да, зачастую, особенно христианам, это все подставляют, вот, допустим, йогу как като цяло на християните го дават по различен начин. Йога като гимнастика. И по большому счету, да, это своего рода определенные гимнастические упражнения. И като цяло това е, да, определение гимнастически упражнения. Но задумываемся, какой смысл иногда это занятие может нести. Но дали сме се замислили какво занятие, какъв смисъл може да носи това занятие. Потому что когда вас просят стать в позу льва, тигра, воина и прочее. Защото когато ви молят да застанете в поза на лъв, тигър и така нататък. Воспринимаем ли мы это как просто упражнение? Дали го приемаме просто като упражнение? Или же частичка все равно откладывается в нас? Или малка част остава в нас? Что мы заняли позу льва? Че ние сме заели позата на лъв? Мы теперь лев? Вече сме лъв? Мы заняли позу воина, мы теперь воин? Ние заехме позата на воин, вече сме воин? Или же духовные практики? Или духовните практики? Что, какой дух мы подставляем под эти практики? Какъв дух
даваме на тези практики? Божи? Божие? Или чей-то другой? Или на някой друг? Знаете, мы можем говорить, да у меня все под контролем. Не можем доказывать, всичко е под контрол. Но знаете, что даже маленькая закваска? Но знаете ли, даже малка част? Может все разрушить. Да разруши всичко. Все испортить. Може всичко да развали. Также все чаще последнее время. Също така все по-често последното време. Люди берут пример с успешных людей. Хората взимат пример от успешни хора. Особенно если эти люди богаты, известные. Особенно ако тези хора са богати, са известни. Но задумываемся ли мы, как они добились этих успехов? Но дали се замисляме как са стигнали до тези успехи? Потому что все чаще я слышу, как люди берут пример с людей. Защото все по-често чувам как хората взимат пример от хората. Которые говорят, я добился всего сам. Които казват, аз съм постигнал всичко сам. Без Бога. Без Бог. И когда кто-то ему говорит о Боге. И когда-то някой му казва за Бог. Он говорит, не-не-не-не, я без Бога нормально справляюсь. Той казва, не-не-не, аз без Бог сам се справим. Знаете, вот есть из известных таких людей, возвращаясь к тайной вечере. Знаете ли, има от известни хора, връщайки се към тайната вечеря. Есть рэпер Джей-Зи. Има рапер Джей-Зи. И певица Мадонна. И певица Мадонна. И вот в прошлом и в позапрошлом году каждый из них также поиздевался над тайной вечерей. В миналата и по-миналата година всеки един от тях се подигравал върху тайната вечеря. Каждый из них на своих концертах демонстрировал разные сатанинские символики. Всеки един от тях на своите концерти демонстрировал различные сатанинские символики. И вот я думаю. И аз мисля. А стоит ли брать в пример? А трябва ли да ги взимаме като когда пример? Когда люди таким вот методом добиваются успеха. Когато хората с такива методи стигат до успех. Потому что есть огромное количество людей. Защото има огромно количество от хора. Которые также добились какой-то известности и денег благодаря Богу. Които също са постигнали известност и парите благодарение на Бог. Потому что очень часто любят говорить. Защото много често обичат да казват. Что вот он без Бога и смотри чего добился. Че той без Бог, погледни какво е стигнал. А ты вот веришь в Бога и у тебя нет такого успеха. А ти вярваш в Бога и нямаш такъв успех. И вот я специально собрал несколько примеров. Я специально собрал несколько примеров. Доказать, что люди с Богом тоже добиваются больших результатов. Да, докажи, че хората с Бог също стигат големи резултати. Можно следующую фотографию? Ако може следващата снимка? Вот это вратарь футбольного клуба Ливерпуль. Това е вратаря на футболния клуб Ливерпул. Если присмотреться получше, поближе к его футболке. Ако погледнем поблизо към неговата тениска. Вы увидите там крест. Там ще видите кръст. Равно любовь. Е равно на любов. Человек во всех удобных ему там новостях, соцсетях и прочем. Човека навсякъде в удобните ему новини, социалните мрежи. Евангелизирует. Евангелизира. Говорит о Христе. Казва за Христос. И вот 7 лет назад, то ли 6, то ли 7, он перешел в футбольный клуб Ливерпуль. Той преминал към футболния отбор Ливерпул. Можно следующую фотографию? Ако може следващата снимка? Вот это его сокомандник. Това е неговият съотборник. Роберто Фермино. Роберто Фермино. Он пришел чуть раньше него в клуб. Той дошел малко по-рано от него в клуба. Через год один крестил другого. След година един е покръстил другия. Два месяца назад. Преди два месяца. Этот футболист стал пастором церкви. Този футболист е станал пастор на църквата. Тренер их команды. Тренер на техния отбор. Также активно евангелизирует о Христе. Също активно евангелизира за Христос. И знаете, вот этот клуб Ливерпуль. И знаете ли този клуб Ливерпул? У него есть одна примечательная история. Има една примечателна история. В 2003 году. През 2003 година. После первого тайма они проигрывали 3-0. След първия тайм са губили 3-0. Очень сильной и мощной команде. На много силен отбор. Во втором тайме они сравняли, а потом и выиграли. Втория тайм са ги сравнили, а после са спечелили. Это был шок и удивление для всех людей. Това беше шок и изумление за всички хора. А потом в интервью английскому изданию. А после в интервью на английское издание. Один болельщик этого клуба заявил. Един фанат на този клуб е казал. Что в перерыве. Че в почивката. Он совершил оккультные ритуалы и продал душу дьяволу.
Че той направил окултен ритуал и е продал душата на дявола. Чтобы его команда выиграла. Че техния отбор да спечели. Этот матч. Този отбор, а този дальше матч. Она может вообще не выигрывать. А после тя може въобще да не печели. Верите ли в это или нет? Вярвате ли в това или не? Но с 2003 года по 2018 эта команда не выиграла ничего. Но от 2003 година до 2018 година този отбор никога не е печелил. Она проигрывала все финалы. Тя е губила во всички финали. Она проигрывала в таких моментах, в которых логически нельзя было проиграть. Губила е в такива моменти, в които логически не са могли да загубят. В то ли 12-м, то ли 13-м году они шли на первом месте. 2012 или 13-та година те са вървели на първо място. Они играли последний матч. Играли са последния матч. Где даже ничья давала им титул. Където даже равност им даваше титул. Но в самый неподходящий момент. Но в най-неподходящият момент. На ровном месте. На ровном месте. Когда никто никого не прижимал, не прессинговал. Когда никой никого не прессировал. Лучший игрок команды. Най-добрия играч на капитана. Подскользнулся. Сей подхлызнул. Нападающий противника забрал мяч, забил, и они проиграли и не выиграли. Нападающий от другия отбор взял топката и спечелили. И вот только когда появился у них верующий тренер. И само когато им се появи вярващ тренер. Верующий вратарь. Вярващ вратарь. И вот верующий нападающий. И вярващ нападащ. Проклятие было разрушено. Проклятието се е разрушило. Они все в 18 году пришли. Всички са дошли през 17 или 18 година. И за последние 5-6 лет они выиграли 6-7 титулов. И през последните 5-6 години са спечелили 6-7 титулов. 6 или 7 титли. Хотя до этого они не выигрывали ничего. Вопреки, че преди това не са печелили нищо. Можно следующую фотографию. Може ли следваща снимка? Вот это британский боксер. Това е британски боксер. Тайсон Фюри. Тайсон Фюри. До недавнего времени был непобежденный. До недавното време той е бил непобеждаем. Также при всем удобном случае он проповедует Евангелие. Също така при най-удобните случаи проповядва Евангелието. Проиграл, кстати, Александру Усику, который также восхваляет Бога. Загубил на Александр Усик, който също проповядва Бог. И вот несколько лет назад. И преди няколко години. Состоялся такой на тот момент бой десятилетия. Се состоял бой на десятилетието. Он дрался против другого боксера. Той се бил срещу друг боксер. Донтея Уайлдера. Така се казва. Он тоже шел непобежденным. Той също е вървял непобеждаем. Точную статистику не помню. Точната статистика не помню. У него был, по-моему, 31 бой. Но мисля, че е имал 31 бой. 31 победа. 31 победа. Из которых 29 были нокаутом. От която 29 са били нокаути. Весьма мощный дядька. Много мощен чичо. И вот перед их боем. И преди техния бой. У них было как такое интервью. Са имали интервью. Можно включить видео их интервью. Отрезка. Сейчас переведу для тех, кто не знает английский. Сега ще я преведа на всички, които не знаят английски. Он начал говорить про то, что он верит в Иисуса Христа. Той започна да говори, че той вярва в Иисус Христос. Что Иисус Христос его спаситель. Че Иисус Христос е неговия спасител. И что он не верит ни в какие альтер-эго, другие духи и прочее. И той не вярва в альтер-эго, различни духове и така нататък. Только Иисус Христос. Само Иисус Христос. И он говорит, если мой Бог со мной, то кто против меня? И той казва, ако мой Бог е с мен, то кой против мен? И в конце Даунтей произнес фразу. И в края този... Той казал фразата. Значит, этот бой будет мой Бог против твоего Бога. Значит, тази битка ще бъде мой Бог против твоя. И знаете, это был весьма невероятный бой. И това беше много мощен бой. Тайсон Фюри падал около 4 раз. Тайсон Фюри е паднал около 4 пъти. Все остальные раньше не вставали от этих ударов. Всички останали не са ставали преди от тези удари. А он вставал. А той е ставал. И в конце он потушил свет этому человеку. И в края той е изгасил светлината на този човек. Получается, Бог Тайсона Фюри Иисус Христос победил Даунтея Уайлдера. Бог на Тайсон Фюри и победил Бог на другие. И это вот, знаете, это вот примеры, когда мы не знаем, кто как идет к этому успеху.
И това е примера, когато не знаем как кой стига успеха си. Знаете, вот мне нравится в Америке. Харесва ми, че в Америка есть християнски лейбли. Има християнски лейбли. Музыкальные, которые берут музыкантов христиан, които взимат музиканти християни и всячески их продвигают. И по всякакъв начин ги популяризират. И знаете, они добиваются очень больших результатов. И те стигат до много големи резултати. Очень много христианских песен, которые поют просто люди. Много големи, много християнски песни има, които просто се пеят от хората. Зачастую не задумываясь о том, что они христианские. Често не се замисляйки, че те са християнски. Знаете, у меня вот был тоже такой случай. Аз също съм имал такъв случай. Я люблю два стиля музыки, рэп и рок. Аз много харесвам два стила на музиката, рэп и рок. И у меня есть несколько песен, которые я слушаю, можно сказать, с малых лет. Има няколко песни, които ги слушам от малък. Поскольку они на английском, я тогда не вслушивался в их слова. Понеже са на английски, я не сам слушал особенно думите. И только когда я пришел в церковь, мне один мой друг говорит, о, ты слушаешь христианскую музыку? И само когато съм дошел на църква, один мой приятел ми каза, о, ты слушаешь христианскую музыку? Я говорю, я их уже лет 6 слушаю, даже не знал, что они христиане. Аз му казвам, аз от 6 години ги слушам, даже не знаех, че са христиане. А потом, когда перевел их текст? А после, когато приведох техния текст? А, понятно. А, разбрах. И знаете, давайте откроем Евангелие от Иоанна. Да отворим Евангелието от Иоанн. 8 главу. 8 глава. 44 стих. 44 стих. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца, он начал и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. И откроем следующее место. Да отворим следующее место. Также Евангелие от Иоанна. Също Евангелието от Иоанн. 10 глава, 10 стих. 10 глава, 10 стих. Иисус, восклонившись... не стойте. Евангелие от Иоанна, 10... 10. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Аминь. Отрицает Бога. Отречайки се от Бог. Этот мир. Този свят. Получается, проталкивает неверующих людей. То есть, сякаш проблъсква хора, неверващите хора. Чтобы они верили в ту ложь, которая насаждает дьявол. Те да вярват в тази лъж, която е от дявола. Печально, что зачастую и верующие люди попадают на эту ложь. Много тъжно, че и вярващите хора понякога попадат върху тази лъжа. Что они выбирают славу, деньги. Те избират славата, парите. И этот мир может им дать. И този свят може да им го даде. Да, есть люди, которые следуют за дьяволом. Да, има хора, които следват дьявола. И они могут протолкнуть других людей, которые также хотят денег и славы и не хотят слышать о Боге. И те също могут воздвигнуть хората, които също не искат да чуват за Христос. И вот мы прочитали Евангелие от Иоанна. И ние прочитахме Евангелието от Иоанн. Где говорится, что он лжец. Където се казва, че той е лъжец. Что он пришел украсть, че той убить е дошъл и погубить. Да открадне, да убие, да погуби. Да, он может дать людям деньги. Да, той може да даде парите на хората. Он может дать людям славу. Той може да даде славата на хората. Известность. Известность. Но он забирает у них самое главное. Но той взема най-важното от тях. Любовь. Любовта. И жизнь вечную. И вечен живот. Потому что этого он дать не может. Понеже той не може да го даде. И знаете, сколько есть примеров людей? Знаете ли колко примери има на хората? Которые добившись денег, които са стигнали парите, славы, славата, но не чувствуют счастья в сердце. Но не усещат щастието в сърцето. Я как-то рассказывал здесь о клубе 27. Аз тук съм разказвал веднъж за клуба 27. Кто не знает или не помнит, это клуб людей, которые в 27, известных людей, которые в 27 лет по тем или иным обстоятельствам умерли. Който не знае, този клуб е на известни хора, които по някакви обстоятелства са загубили живота си на 27 години. Зачастую это самоубийство или передозировка наркотиками. Често са самоубийства или передозирани от наркотици. Но и то, и другое из-за отсутствия любви. Но и това е от отсъствието на любовта. Потому что дьявол им дал деньги. Понеже дьявол им е дал парите. Им дал славу. Дал им е славата. Но забрал любовь. Но е взел любовта.
А сколько вы сможете жить без любви? А колко можете да живеете без любовта? Без ощущения того, что вас кто-то любит. Без усещането на това, че някой ви обича. Что вы кого-то любите. Че ви някой обичате. Каждый из присутствующих здесь всеки от присъстващите тук пережил и переживает Божью любовь. Е преживял и преживява Божията любов. Но знаете, сколько людей за этими стенами, которые также нуждаются в этой любви? Но знаете ли колко хора за тези стени се нуждаят от тази любов? У которых глаза закрыты пеленами, на които очите са им затворени, и они воспринимают то, что им говорится, и те за правду, това, което им се казва за истина, а то, что говорите вы за ложь. А това, което вие казвате, е като лъжа. И что выбираем мы? И какво избираме ние? Искать разные отговорки. Да търсим различни оправдания. Самооправдания. Самооправдания. Что, ой, я очень сильно устал после работы. Еми, аз много съм изморен след работа. Лучше посижу, повтыкая в телефон. По-добре да скролвам мрежата. Или сейчас, может, не время. Или, може би, сега не е времето. Или меня не будут слушать. Или меня няма да ме слушат. И бла-бла-бла-бла. Огромное количество отговорок. Огромное количество на оправдания. Пока мы будем сидеть в комфорте. Докато ние стоим в комфорт. Люди. Хората. За этими стенами. За тези стени. Будут все больше страдать. Все повече ще страдат. Все больше чувствовать одиночество. Все повече ще се чувстват самотни. И все больше будут идти на погибель. И все повече ще вървят към смъртта. Потому что у нас. Защото ние. Где-то могут быть неправильные жизненные примеры. Може би имаме неправилни жизнени примери. Неправильные приоритеты. Неправилни приоритети. Вы зададите вопрос. Вие ще ме попитате. А что делать? А какво да правим? Ну, для начала надо приготовиться выйти из зоны комфорта. Като за начало трябва да се приготвим да излезем от зоната на комфорта. Второе. Второ. Посмотрите на людей вокруг себя. Погледнете върху хората около себе си. Знаете, сколько вокруг вас людей, которые действительно страдают, которые действительно нуждаются в любви? Знаете ли колко хора има около вас, които наистина се нуждаят от любов и страдат? В том, чтобы их выслушали. В това, че да ги слушате. В том, чтобы с ними провели время. Да прекарате времето с тях. Не надо ничего сверхъестественного. Не трябва нищо сверхъестествено. Просто вот поделиться этой любовью. Просто споделете тази любов. Третье. Трето. Надо стать более гостеприимными. Трябва да станем по-гостоприемни. Давайте откроем послание евреям, 13 глава. Да отворим евреи 13 глава. Второй стих. Второй стих. Страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. Знаете, вот это место из Писания меня пару недель назад просто увело в дальние мысли. Знаете ли, че това място от Писанието преди няколко дни ме довело до различни мисли? Я начал задумываться как раз о ангелах. Започнах да се замислям за ангелите. И подумал, это что получается, что они ходят среди нас, и когда-то мы можем их себе в гости принять? И помислих, еми те са сред нас, и понякога можем да ги приемем вкъщи. И знаете, вот открывая двери наших домов, и знаете ли, отваряйки вратите на нашите къщи, мы максимально сплочаемся вот с людьми. Ние максимално се сприятеляваме с хората. При этом надо и не забывать и ходить на домашнее служение. Слава Богу, в церкви у нас они есть. При това трябва да не забравяме да ходим и на домашнее служение. Слава на Бога, ги имаме в нашата църква. Потому что это хорошая возможность попрактиковаться. Понеже това е добра възможност да практикувате. В том, как принимать людей. В това, как да приемаме хората. Как выстраивать общение. Как да строим общуването. Как действительно взаимодействовать с окружающими? Как действительно да взаимодействуем с окружающими? А в некоторых случаях и научиться готовить? А в некоторые случаи и да се научишь да готовишь? Я только благодаря домашкам научился. А само благодарение на домашните служения се научих. И также надо быть готовым к препятствиям. И също така трябва да сме готови към различни изпитания. Поскольку это весьма сложный и тернистый путь. Понеже е доста сложен път. И дьявол не даст его так легко нам пройти. И дьявола няма да даде просто и така да го минем. Но этот путь проходил Иисус. Но този път е минавал Иисус. Этот путь проходили апостолы. Този път са минавали апостолите. И знаете, вот можно и нужно начинать вот с малого. И знаете ли, трябва
Треба да започваме от малкото. Если вы даже начнете общение с одним человеком. Даже ако започнете общуването с един човек. Выходить гулять. Излизате на разходки. Приглашать в гости. Да го каните вкъщи. Общаться. Да общувате. Это уже очень большое дело. Това вече е голямо дело. Не надо ждать, когда вот начнете сразу толпами принимать. Не трябва да чакате да приемете цялата толпа, с толпа да се общувате. Это вот знаете, вот когда вы тренируетесь, вот я занимался и футболом, и боевыми искусствами. Това е същото, когато тренираш. Аз съм спортувал и футбол, и бойни искусства. И там, и там тренера всегда говорили. И там тренерите, и там тренерите са казвали. Не бывает такого, чтобы вы на тренировке халявили, халтурили. Няма такого нещо на тренировката да не тренирате както трябва. А потом во время матча вы включились напълно. А после на матча да сте се включили напълно. Нет, если вы на тренировке будете халтурить. Не, ако на тренировката няма да тренирате добре. Так же пройдет и игра. Също така ще мине играта. Вот так же и тут, если с одним человеком. По същия начин и тук, ако и с един човек. Вы не будете всю любовь отдавать. Няма да давате цялата си любов. То когда их будет 10 и подавно. То когато ще са 10, то още по-малко. Потому вероятно. Что на 10 человек любви надо достаточно больше иметь. Понеже за 10 души трябва да имаш доста повече любов. Это надо начинать. Това трябва да започваме. И надо показывать людям действительно правильный пример. И трябва да показваме на хората действительно правилен пример. И показывать им правильного кумира. Да им показваме правилен лидер. В лице Иисуса Христа. В лицето на Иисус Христос. Потому что надвигается что-то мощное. Понеже върви нещо много мощно. Я уверен, что в Болгарии. Аз съм уверен, че в България. Еще год-два и будет очень большое пробуждение. Още година-две и ще има много мощно събуждане. Потому что знаете, вот мы с Аней в последнее время столкнулись с очень интересными событиями. Понеже ние с Аня последното време сме се сблъскнали с много интересни явления. Наши знакомые. Нашите познати. Сами начинают нас спрашивать о Христе. Сами започват да ни питат за Христос. Сами, представляете? Сами, разбирате ли? Никто не говорит: а сектант, все, иди отсюда. Никой не казва: а сектант, върви от тука. Нет, они спрашивают. Не, те питат. Они видят нашу жизнь. Те виждат нашия живот. Они видят людей вокруг нас. Те виждат хората около нас. Видят людей вокруг себя. Виждат хората около себе си. И понимают, что что-то не то. И разбират, че нещо не е наред. И что-то не так. И нещо не е така, както трябва. И им интересно. И интересно им е. И знаете, вот и мы делимся, естественно. И знаете ли, ние споделяме, естествено. И я вижу, как дьяволу это не нравится. Это тоже не нравится. И аз виждам, как на дьявола това не му харесва. И това също не му харесва. Как он, да. Как он пытается действительно вставить разные ловушки. Как дьяволу наистина се опитва да сложи различни капани. Чтобы как-то нас остановить. Че по някакъв начин да ни спре. И знаете, зачастую эти ловушки нам могут казаться. И знаете ли, чисто тези капани могут да ни се представят. Что эти препятствия могут быть в духовном мире. Че тези испытания могут да са в духовния свят. Нет, они могут быть и тут, физически. Не, те могут да са тук, физически. Через других людей. Через других хора. Вот как-то недавно Саша свидетельствовал про человека, который был оккультистом, ходил по квартирам, взаимодействовал на людей разными методами. Наскоро Александра е разказвала за човека, който е вървял в различни къщи, оккультист и им е действал. И такива люди есть везде. И има такива хора навсякъде. И знаете, я хотел бы еще один кадр из сериала включить. И знаете ли, бих искал да включа още един кадр от сериала. Я его смотрел лет 5 назад. Аз съм го гледал преди 5 години някъде. Я тогда его не понял, но сейчас это прям картина нашего мира. Тогава не съм го разбрал, но сега това е сякаш изображението на нашия свят. Главное, чтобы Восток ненавидел Запад. А Запад ненавидел Восток. И называли друг друга фашистами и ватниками. Это вот реальная картина того, что происходит сейчас в мире. Това е реалното изображение на това, което се случва в света. Через соцсети, через социалните мрежи, через телевизията. Будут делать все, чтобы поссорить людей. Ще правят всичко, че да хората да си карат. Как говорили там, чтобы Восток поругался с Западом. Както се казва там, Истока да се скара с Запад.
чтобы христиане ругались между собой. Християни да се карат помежду си. Знаете, я вот смотрю страницы некоторых христиан, да и даже нашу YouTube-страницу. Гледам понякога страница на различни христиане, даже и наша YouTube-страница. И когда я вижу, сколько агрессии выплескивают, казалось бы, верующие люди. И виждам, колко агрессия оказывают сякаш верующие хора. И я думаю, и мы хотим, чтобы закончились войны. И я смысле, и мы не искам и войните да приключат. Чтобы люди начали жить более дружно. Хората да живеют по-дружелюбно. А как? А по каков начин? Как это случится, если христиане между собой вот так агрессируют? Ако христиане агрессируют по таков начин помежду си. И это как раз-таки показатель, как дьявол пытается стравить людей. Показатель, как дьявола се опитва да скара хората. Особенно христиан. Особенно христиане. Чтобы сбить их с правильного пути. Че да ги отведе от правилния път. Чтобы его планы. Че неговия план. Случались и сбывались. Неговите планове да се сбъдват и да се случват. Выбор за каждым из нас. Избора е след един всеки от нас. Что выбираем мы? Какво избираме ние? Плыть по течению? Да плуваме по течението. Радоваться тому, что мы спасены? Да се радваме, че ние сме спасени. Что мы познали Божью любовь? Че ние сме познали Божията любовь. Или же начать ею делиться? Или да започнем да я споделяме. Показывать правильный пример? Да показваме правилен пример. И давать людям действительно правильное чувство и понимание свободы. И да даваме на хората действительно правильное чувство на свобода. Выбор за каждым из нас. Избирай след всеки един от нас. Давайте помолимся. Да се помолим. Дорогой Господь. Драги Господи. Я благодарен Тебе. Аз съм Ти благодарен. За каждый день, который Ты нам даешь. За всеки ден, който ни даваш. Благодарю Тебя за ту жертву и ту любовь, которую Ты. Благодаря Ти за тази жертва, тази любовь, която Ти. Дал нам. Си ни дал. Я молю Тебя, Боже. А Ты моля, Боже. Давай нам силы. Давай не силы. Давай нам мудрости. Давай не мудрость. Как действительно. Как наистина. Показывать людям правильный пример. Да показываме на хората правилен пример. Защищай наши семьи. Защитавай нашите семейства. От всякого воздействия извне злых сил. От всякого воздействия от света на злите силы. Мы все Твои дети. Ние всички сме Твоите деца. Мы все под защитой Иисуса Христа. Всички сме под защитата на Иисус Христос. Я молю Тебя, дай нам видеть действительно нужду людей, окружающих нас. И аз те моля, дай ни действительно да виждаме нуждата на хората, които ни обкръжават. Исцели и наполни сосуды любви каждого из нас. Исцелявай и наполнявай сосудите на любовь всеки един от нас. Чтобы мы могли эту любовь передавать и изливать на окружающих. Че ние да можем тази любовь да даваме и да изливаме върху обкръжаващите. Я благодарен Тебе, Боже, за все. Аз съм Ти благодарен за всичко, Боже. Я молился с любовью и благодарностью. Молих се с любовь и благодарность. Во имя Иисуса Христа. В името на Иисус Христос. Аминь. Аминь.